честно, лежал, наверное, дома на кровати и думал, ну, что надо делать, потому что искал команду, где пригожусь, буду нужен. И как-то агент позвонил, сказал, вот есть вариант с Гомелем. Я даже не стал там раздумывать, все, едем. И так произошел вот этот вариант, можно сказать. Лет 6, да, отец привел меня в Борисово, я сам с Борисова. Отец привел футбольную школу в ДЮШ Борисов. И там, получается, я начал свой футбольный путь, так скажем. Поиграл там, наверное, года 4, может, лет 5. И позже перешел в Торпедо. По детским там чемпионатам еще играли, там чемпионат области. Позже уже перешел в ФК Минск, и после этого я уже вернулся в Торпедо, только уже в дублирующий состав. Сыграл сезон и решил попробовать свои силы. На тот момент выходил Арсенал Дзержинский в высшую лигу. Я решил поехать туда, попробовать там свои силы. По итогу понял, что что-то, наверное, не мое, и решил все-таки вернуться обратно в Торпедо. И вернулся, получается, в дубль. За дублирующий состав я сыграл там, ну, целый год, можно сказать, да. Но после первой половины уже начал привлекаться так, по большей части, к основной команде. И летом, получается, дебютировал. Уже все, уже начал полностью привлекаться к основной команде. Предсезонку провел с основной командой, тем более и лимит был. Так начал на постоянной основе уже тренироваться с первой командой. Все, и вот прошлый сезон стал для меня, можно сказать, таким более продуктивным и в плане наград, и в плане игровой практики. Ну, кубок – это такой был длинный путь. И вот этот весь накал, он там все, вот эта атмосфера чувствовалась болельщикам. Огромное спасибо. Без их поддержки, наверное, ничего такого и не было. Потому что они, как, ну, можно сказать, 12-й игрок. Чемпионат тоже – это такая же длинная дистанция. И на ней всегда надо держаться. Если уже ухватился за эти, там, так скажем, призовые места высокие, то надо держать эту планку, что мы и старались делать вот весь прошлый год. Было какое-то давление небольшое, но никто ничего такого не ощущал. Просто все делали свою работу, что по итогу вот у нас зимой вылилось в бронзовые медали. Ой, с болельщиками, честно, не знаком, но наслышан, так скажем, что футбольный город, болельщиков много приходят, болеют за команду. Так что, ну, Гомель вообще футбольный город. И тут бывал, да, выходил, по-моему, один раз, да. Ну, вот два раза тут побывал на этом стадионе, но мне все тут нравится. И трибуны, болельщики, все, класс, стадион, атмосфера, все топ. Помочь ФК Гомелю как можно выше забраться в турнирной таблице, принести пользу команде и, наверное, показать свою состоятельность, что я уже готов играть за, бороться за высокие места. Ну, в принципе, игровая личная статистика, ее тоже никто не отменял, да, но в первую очередь все равно надо приносить пользу команде. А если еще это будет все в совокупности и моя личная статистика поправляться, и результаты ФК Гомеля будут улучшаться, то я только буду счастлив.